готовите ужин или обед, тогда вам пригодится рецепт, как приготовить гречку по-купечески. Блюдо вкусное и сытное. К тому же его приготовление не займет у вас много времени, усилий. Приступаем. Каши можно сделать на плите или в духовке, в горшочках или в казане. Можно использовать любое мясо, курицу, свинину или говядину, а также заменить его колбасой или сосисками. Кроме мяса используйте овощи для поджарки. Морковь, лук, чеснок, перец. Блюда подают к столу горячим. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Лук 1 штука, морковка 1-2 штук, свинина с жиром 0,5 кг, гречка 250 грамм, вода 0,5 литра, соль, перец по вкусу, лавровый лист 1 штука, подсолнечное масло по вкусу, количество порций 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Буду скучать без вас.